Другим темам. На строительство Дома культуры в селе Прокутское Коченевского района выделят 20 миллионов рублей. Сегодня в региональном правительстве внесли изменения в государственную программу Новосибирской области «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2015-2017 годы. Пока площадкой для многих поселковых мероприятий в Прокутском служит местная школа. А в региональном Минсельхозе отмечают, что почти за два года действия программы на селе удалось сделать немало. Благодаря этой программе ведь введено большое количество водопроводных сетей, газовых сетей, дорожное строительство, жилищное строительство продолжается. В прошлом году, к примеру, ни с того ни с сего 16 ФАПа построили. Это же тоже действие этой программы, которая влечет за собой улучшение жизни на селе. Поэтому говорить о том, насколько она удовлетворяет потребностям, не могу сказать. Все в один день не сделаешь, но то, что это шаг вперед, что это движение вперед, это факт неоспоримый.